Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Total War Saga Троны Британии, за Киркин, легендарный уровень сложности, и с вызовом нельзя терять ни единого поселения, ни маленькой деревеньки, ни тем более города. И мне интересно было, в прошлой серии я хотел посмотреть статистику, есть ли у меня поражение вообще в этой кампании. По-моему, нету ни одного. Да, по нулям, то есть я сейчас еще и без поражения иду. Прикольно, надеюсь, так и будет. Собрали за один ход, собрали стек из 20 отрядов. Посмотрите, как у них получилось замечательно. То есть у них сразу по пол отряда. Я лично, когда нанимаю, у меня ни о чем. Просто войска. Здесь же по пол отряда, полный стек. У меня тоже как бы не совсем полная армия, но побольше, чем у них. Правда, у них, я так понимаю, вот это уже элита, да? Это уже третьего уровня там и второго. Ну-ка еще раз глянем. На всякий случай. Итак, это третий уровень, элита пехота с копьями. Гвардейцы ты или с коплями, охереть. Ополчение тоже третьего уровня. Мечники третьего уровня, топорники третьего уровня. Ну, дальше вот единички, единички, единички. То есть они стрелков не качали и конницу они не качали. Это хорошо, потому что мне, я так думаю, как раз стрелки и конница битву и вытащат. У меня есть второго уровня катераны топорники. Это с ополчения, да? Свита тоже второго уровня. Пехота с топорами. Странно, слушай. Когда мне третьего дадут? Ну, то есть, вот копья я еще могу, да? Третьего уровня сделать. Улучшить стрелков, наверное, могу, да? Да. Конницу свою могу улучшить. Престиж армии. У меня не вкачано это дело, потому что повысить ранг до 10 надо военачальника кому-нибудь. Ха. У меня тут какой ранг? 7. А какой у меня ранг у моего короля? О нашей храбрости ходят легенды. У Казантина какой ранг? 7 тоже, да? Блин, надо же. Ну ладно. В общем, не суть, надо их разбить. Поехали. Так, не знаю, получится ли у меня здесь их пострелять из засады, потому что здесь очень-очень мало леса. Наверное, придется биться с какими-то потерями. А где они вообще? Я их не вижу нафиг. Чего они попрятались-то от меня? Засранцы. Так, значит, цах. Мечники. И все остальное. Поставлю-ка я это дело... классические формации такие, да, то есть копья по бокам. Давай даже вот так вот сделаю, чтобы было четенько, четенько все, чтобы было. Так вот немножечко лучников по флангам. Рвемся в бой. Вот так вот классику начнем. Я их не вижу. А, вон они. Так, ну и что вы будете делать? Давай, покажите мне. Вот так, значит, да? Ладно, я подвинусь немножечко, естественно, самую чайную ложечку. Потом я, наверное, начну заходить с одного фланга. Где у них конников много? Блин, здесь 3. Здесь вместе с полканом 3, да? То есть они ровно расположили конинку. Ладно, мне нужно один фланг усилить, поэтому я усилю это дело все. Вот так. Здесь я просто буду держать. И пошли тогда. Уводит от меня конину. Подкрадываемся.
Так. И начался замес. Да, нет. Чё, нет? Кого там подстрелили? Кого там подстрелили? Вакаку. Вражеский полководец убит. Скатертью по жопе. В атаку, ребята. Окружаем все это дело, уже пора. Я вот здесь про этих лучников совсем забыл. В спину. Смотрите, они убегают от нас. Ну, как бы было бы странно, если бы они не убегали. Все складывается в нашу пользу. Да вообще непонятно, что со авторасчетом, если честно. Да ты чё? Живой еще. Какие-то лютые ребята, да? Поэтому они еще живые. Вроде бы... Да это полководец напал так-то. Давайте его пока вы не будете никуда стрелять, я чувствую, что это все плохо закончится. Так, здесь убили, да? Ну все. Кто стреляет? Кто стреляет? А, меня пугаешь просто своими такими залпами. Давай я их вот так вот разверну, чтобы они по убегающим стреляли, если что. Все, мы всех окружили уже. Остается только добить. Непонятная авторасчетина была, конечно. Потери 140 человек вообще ни о чем. Не, ну конечно, это жизни человеческие, я понимаю, да, но будем надеяться, что это исключительно раненые. Захватываем. О, да. Прелесть. Контрапупил. 6 тысяч доход. Вот это я понимаю. Так. И мне, наверное, лучше бы вернуться, пока вот эти ребята не одумались. Хотя я с ними не воюю, но... Война, наше призвание. Все равно. Я на данный момент только со Стратолклую там воюю. И армия у них... Здесь, по-моему, да, какая-то, да? Надо туда ломить. Сейчас у нас что? Весна. Давай, Казантин. Просто бегом. Пошли. Здесь я уверен, что-нибудь появится в ближайшее время. Поэтому, наверное, надо туда бежать, да, тоже. Бодрей. Вот, все. И конец хода. Так, естественная смерть. Кто это? Киркин. Ну-ка. 10 из 10 губернаторов у меня, так что... Это кто-то неизвестный. Ноунейм ундер какой-то. Чё бы, да? Давай-ка уже пора
дальнобойность пеших стрелков на 15% увеличивать. Слушайте, ну и надо что-то с порядком с этим делать. Меня уже накаляет эта тема. Минус 3. Еще снести это дерьмо. Здесь минус 5. Слушайте, надо, короче, потому что уже надоело. Реально. А здесь аж 7 ходов будет еще строиться. Всего единичка добавится. Мне кажется, вот эти штуки, но они постоянно будут возникать. И еще 7 ходов, поэтому ну, придется, в общем, еще снизить. До соливарни, наверное. Сколько это доход? Производство 155, торговля 294. Черт. Короче, к черту, надоело. Ну, правда. С этим порядком идиотским. Убегает от меня стратолклуитенок. Давай бодрее в натуре. Война, наше призвание. Тут захватываю. О, да. О, да. Хорошо. Минус 8, сука, серьезно. Вот тут я понял. Никто против нас не выстоит. Давай так. Стрелков, правда, нету, нифига, это плохо. То есть, ну, в смысле, есть, но это отстой. Ни о чем. Ой. Вот так, да. Ну и здесь тогда тоже надо будет набрать. Это же как раз эта провинция. Та-та-та-та-та. Для пеших копейщиков. Окей. Всех копейщиков. Давай лучника возьмем. Здесь надо набираться, кстати. Мне нужна армия. Вот. Копейщиков я сразу объединю мне, потому что больше двух отрядов не надо. Эти пускай восстанавливаются. Вот. Пригодится. Так. Итого здесь минус 3, здесь минус 5. Здесь минус 5. Окей. А ты... Дорогой товарищ, вот сюда. Да, идешь, да. О, кстати, вот это. О нашей храбрости ходят легенды. Если я отсюда выйду, то. Давайте, пошли! Минус 6. Нормально. Вот это дело. Вот это дело, да. Заходим. Никто против нас не выстоит. Просто чтобы был отряд, так сказать. Ну, не отряд, а армия в Ирландии тоже присутствовала. За славных гэлов! Угу. Ну, в принципе, меня все устраивает. Деньги, конечно, я все потратил, но что делать, поехали дальше. Так, хорошо. Ничего плохого не случилось вроде. Людям не терпится в бой. Боевые вороны Морриган. Где ты находишься? Неважно, короче, все равно ставлю священника. Минус один. Минус один, на следующий ход вопрос решится. Здесь минус 5, блин. Ну, здесь как бы... Можете положиться на нас. Идет набор, окей. Ой, какая армия у меня получится красивая. Только набирайте быстрее. Что так медленно набираете? Здесь потому что отстой. Нету построек правильных. Так, ну снос, я понял, да. Кто-то там завоевал. Ради бога. Особенность очередная потрачена. А этот бедняга не знает, куда деться. Бегает зад-назад. Гоните его. Насмехайтесь над ним. Так. Мы жаждем славы. О, да. О, да. Захватываем.
Это у меня замечательно, кафедральный собор замечательный, отлично, отлично, это меня радует. Доходы, конечно, упали, но я столько армий набрал. Но в целом меня все устраивает. Здесь минус 5, к сожалению, я не могу вот это дело захватить, к тому же я не очень хочу, если честно, потому что это другая провинция, и учитывая мой челлендж, это было бы не очень разумно. Я бы хотел на Нортлиоду туда, против Стратлквита, спровоцировать. Рад встрече. Выпьем же за наше общее благо. Заманчиво? Ну-ка. Да. О, отлично. Забери вот это дерьмо. Они меня бесят. Не, он нормальный вообще, нет? Кому нужны эти поместья, действительно. Очень влиятельный. Ох ты какой, а. Мы вас не подведем. Так, я тебя понял. Убивайте всех! И куда ты денешься? Я сейчас, конечно, получу повреждение, но... Пошли на войну. Да, получил, конечно. Ну ничего, восстановимся потом. Ему просто уйти некуда больше. Все, он попался. Моим воинам нет равных! Черные клинки. Нифига себе у тебя жинка чистолюбивая, с короной такая. Верность. Че, по гражданским делам еще могу тут опыт полководцев и доходы, да, прокачать? Давай сюда. В Ладене только минус 4, но у меня здесь уже набор и идет такой вообще классный. Я хочу вот эту штуку, но ее нет. Один всего, маловато будет. Сколько еще здесь этой дрянь будет идти? 5 ходов? Смотри, взяли, уплыли, короче. Ну вы нормальные, нет? Алло, захватывайте вот этот вот Кальдигам. Что за проблема? Я не хочу его брать. Мне, кстати, по поводу вообще... Условий победы. Мне только Ладен надо забрать. Вот этот. И все. И победа. Это Нортумбрия. Это Нортлиода. Это Нортлиода. 4 отряда. 10 отрядов. Так, ну ладно. Давай сейчас пока не будем тогда. Пока не будем. Но скоро будем. Надо на них нападать. Так, он мир мне предлагает. Рано, рано, на следующий ход давай. Стоит, не знает, куда деться, бедняга. Чё это я отвергаю? Нет, не отвергаю. Ты с кем воюешь? Улад. Ты где находишься вообще? А... Ос, вот это вот. Он воюет против Хлимрехта? Да, да, отвергаю, извини. Да ничего не... Ещё и 100 монет хочет, иди в жопу. Не боевые потери, 50 человек, сильные быки. Но они же сильные быки, поэтому... Думаю, бычары наши сейчас затащат. Куда ты денешься с подводной лодки? Иди сюда. Свободен. Тропа войны. 10 тысяч, я ничего не строил целый ход. Айда я. Каждый наш враг будет убит. Возвращаешься, короче. Ты мне там нужен. А король пускай пока восстанавливается. Здесь на Кориола, я думаю, он замечательно нападет. Скотокрады, еб... Священник. Это вот эти скотокрады? А это почему здесь ни одной скотины нет? Ну ладно, хорошо. Смотри, 10 человек тут стоит. Мне это не нравится. На самом деле я бы здесь набрался еще чуть побольше. О, это хорошая штука. Да и королевских найму, слушай. Такая вот армия будет замечательная. А здесь нужна вот эта штука. Все, я думаю, через ход 2 я начну с ними воевать. Сейчас мне только интересует, куда вот эта армия сдриснет. Нортлиодовская. Чтобы она подальше куда-нибудь ушла. Чтобы у меня здесь восстановился народ немножечко. Было бы круто. Посмотрим. Так, надо что-нибудь поставить, построить. У меня что-то еды нет, алло. Есть где-нибудь в первом уровне еще подземный склад у меня? Или везде второго уже? У
Ясно, понятно. Ладно, хорошо. Это еды не добавит. А, вот у меня еда сейчас построится. Или нет? Да, десятка всего, ну как бы, окей. Ладно, давай так. Здесь, это что, это Киркин? Да, это Киркин. Это наш, на церковь что-нибудь надо, наверное. Наверное, железо, медь, древесина, медь. Это медь? Да, ну значит, значит, вот церковные ремесла, скорее всего, сейчас буду делать, да. Порядок тут 29. Значит, большую литейную. И мне еще где-нибудь еду бы. По нулям. Единичка. Ну давай эту штуковину. Это и деньги, и еда. Все. Ну вот, последние деньги отнимает. Да, давай, конечно, общественный порядок плюс 3. Это нивелирует вот этот вот штраф. Пора пировать. И давай, я забыл, на самом деле, я же хотел мир заключить с этими ребятами. Они мне больше не нужны. Ты много на себя берешь, но я а, вот у них забрали, да? Ну отлично. Достойное предложение, выплаты. Оскорбительно, у них больше денег нет. Заманчиво. Мир. Ну ладно. Хотя бы 1000 дашь. Это чисто символически вообще. Уверен. Да, отлично. Все. Вот у них Статлклует. Он между двумя Нортлеодами. Между двумя землями Нортлеоды зажат. Они тут встали. 10. Да. Да, 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 да. Вполне смогут на меня напасть, если захотят. Можно, конечно, мне сейчас тут наняться еще. Вот так. Ну, а здесь Нортумбрия, класс. Ну, в общем, я сейчас буду им войну объявлять, потому что они задрали. Мы жаждем славы! И, видимо, не сейчас. Ну, давай сюда дойду. Ок. Война — наше призвание. А тут, наверное, встану где-нибудь здесь. Двигайтесь на позиции! Это что? Так, доход 3000, ну, могло быть и хуже. Это губернатор. Губернатор с верностью 7. Но это неплохо. Давай летописца тогда, потому что правление надо поднимать. Может быть, жену? О, нет. Поехали дальше. Еще влияние Гарднайт. Что с этим героем не так? Полководец, почитатели Морриган. Я понятия не имею, где это, если честно. Наплевать. Верность. С этим, с верностью никогда не ошибешься. Это всегда помогает. Нортумбрия, естественно, забрала. Здесь Нортлеода. А, вот он отошел. И грабит его, типа отошел, да? Ну вот и отлично, что ты отошел. О, здравствуйте. Ладно. Мы вас не подведем. Да мне похер. Хотели войны? Будет ненадежный. Вам война. Бойтесь нас. Ненадежный. Да здравствуют гелы! Так, есть. Людям не терпится в бой. И, пожалуй, знаете, еще сделаю. Я его еще с моря закрою. И вот так вот. Потому что некогда мне тут стоять. Где успех? Мучиться. Где очаг, там и дом родной. Время, чтобы править, и великие шотландцы. 3 достижения я получил. Под вашим руководством народ сплотился.
Их, наконец, объединило общее дело. В летописях ваши свершения назовут великими. Слава вам! Слава мне! Все? Ну да. Итак, быстрая победа королевства. Замечательно. Слава, кстати, мне тоже очень близко здесь. Я мог бы влияние и, ну, и победу и по славе, и по захвату получить, и все такое. Вот. Текущий ход 139. Ну, не самый, так сказать, быстрый захват. Понятное дело, что можно гораздо быстрее сделать, особенно если не париться насчет мелких поселений, как я делал. Но я сделал с челленджем. Челленджи получились у меня прикольные. Я не собирался, ну, без поражений, потому что я не был уверен, что я смогу. Но я смог без поражений. И без потерь вообще ни одного не потерял поселения. Так, где это можно по статистике посмотреть? Победы. Так, ладно, битвы, войска, расходы, доход, дипломатия, империя. Империя. Потери на поселение одно. Интересно. Когда? Когда я потерял поселение? Я что-то не припомню. Это, наверное... Да нет, я не знаю, что это такое. Что значит потеряно поселение одно? А чё за свинство? Подожди, когда я потерял поселение? Алло. Вы помните, когда я потерял поселение? Я нет. Война, наше призвание. Мне ни разу не захватывали ни одного поселения. И гражданских войн у меня не было. Это какой-то глюк был, что ли, вот с этим, может быть, связано было, вот, когда здесь вот эта херня была, когда там Херак и гарнизон возник, помните? Может быть, это? Ну, в общем, кто внимательно смотрел мое прохождение, он может подтвердить, что не было у меня никаких потерь, никто у меня никаких деревень не захватывал. Нет равных! Обидно, конечно, что в статистике такая херня отображается, но, тем не менее, я считаю, челлендж я выполнил. Раз мне такую херь пишут в статистике, то мне и желание продолжать пропало. Хотя особо его и не было, но тем не менее. Можно пересмотреть еще раз все видосы, я нигде не терял поселение. Только вот этот глюк был. Вот здесь. Когда я вроде как всех убил, а потом Херак, и мне нарисовали еще раз гарнизон целиком. Может это? Надо было сразу, конечно, проверить тогда. Итого, что-то я немножечко расстроился, конечно, после всего этого. И начал смотреть статистику. Я так и не нашел, когда я потерял долбанное поселение. То есть, если посмотреть, все лишнее убрать. Так, здесь что? Гражданская война, кризис, это все не то. Персонажи, вот, завоевание, короче. Оставляем оккупацию, осады, блокады, территориальные споры, битвы, налеты. Ну, даже налеты мне не надо. Да и битвы мне не надо, потому что у меня ноль поражений. Вот, территориальные споры, осады и блокады, оккупация. Здесь нету ни одной потери поселения. Вот, я все это дело просмотрел. Только захвачено, 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 захвачено. Нету, потеряно вообще нету нигде. Я предполагаю, что эта единичка какая-то странная штуковина из-за несовершенства механик игры. То есть это либо из-за какого-то, может быть, ограбления, которое я производил и не захватывал потом. Помните, я... Либо это из-за каких-то союзников, каких-то дурацких, короче, механик. Непонятно, потому что, ну, реально в статистике нету ничего. Разорено, разорено, захвачено, 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 осаждено. Не могу понять, когда это произошло, когда у меня эта ссаная единичка появилась. Меня это расстроило, конечно. Ну, ладно. Что я получил... По достижениям. Игра за Киркин. Пройдите основную кампанию, выполнив любое из условий победы. Окей, окей. Спасибо. Давай посмотрим, что я еще получил. 29 ноября, да? Время, чтобы править. Игра за Киркин. Выполните королевство. Окей. Еще 29-е. Вот, где очаг. Играя за любую фракцию. Пройдите основную кампанию, не потеряв при этом своих стартовых регионов. Ну, хоть какая-то мне плюшка необычная. Спасибо. Спасибо. Вот, что дальше-то? Дальше я не вижу смысла особо продолжать. Особенно с таким челленджем зубодробительным. Ну,
если честно, поначалу было весело, но дальше как-то... Потому что, ну, некоторые деревеньки можно и оставлять на самом деле. То есть, может быть... Ну, ради интереса я попробовал. Плюс я получил же... У меня же Альба сейчас фракция называется. То есть, у меня сейчас общественный порядок. Плюс и Динси регион, и влияние лидер фракции получает. То есть, у нее десятка, да? Верность плюс один для всех. Доходы увеличились. Видите, весь доход и доход от церкви. А, доход от церкви у меня был. То есть, я опять получил еще косарь сверху, несмотря на все мои армии. Армии у меня до жопы, как вы видите. Везде стоит. То есть я, в принципе, могу оборонять с любой части света себя. Высаживайтесь, как говорится, викинги вонючие. По техам у меня тоже хорошо идет все. Очень даже, я бы сказал, неплохо. Плюс сейчас еще деньги получу. Поэтому я компанию, конечно, заканчиваю. Ладненько, так или иначе, это финал. Финал за Киркин, победа. Надеюсь, было интересно. Дело не в статистике, дело не в единичках этих ноликах, а в самом челлендже и как это все выполнялось. И что, в принципе, это, как вы видите, реально. Ничего в этом сверхъестественного нет. Всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот. Легендарный уровень сложности за Киркин с трона Британии. Всем пока. Лайк, подписка, все дела.